Всех приветствую, меня зовут Ольга Азаренко, и я создала свой бренд украшений, броши, Shiny Brosh. Вот, и сегодня я хочу поделиться с вами своим путем от новичка к первой продаже. Когда ты делаешь какое-то изделие, все-таки каждой мастерице хочется получить обмен вот этой энергии. Энергия может выражаться в различных видах, не только материальных в виде денег, но и энергия, которая идет от покупателя, благодарного, которому нравится твое изделие, либо ты слышишь просто добрые слова, похвала. Похвала – это тоже для нас энергия, одобрение нашего труда, оценка этого труда. И если вы слышите в адрес ваших работ приятные слова, и вам хочется трудиться дальше, и даже за бесплатно вы готовы это делать. Я рассказываю вас, ну, о своих чувствах, о своих мыслях, потому что я часто соглашаюсь на работу, если мне нравится идея, и беру за саму работу совсем минимальные суммы. Вот, потому что мне хочется реализовать тот или иной проект, сделать то или иное украшение. И я думаю, люди, которые горят своей работой, горят своим ремеслом, творчеством, тем, что, чем они занимаются, многие согласились бы на интересную работу, даже не получая за это отдачи энергии материальной. Но, конечно же, хотелось бы получить тогда какое-то призвание, похвалу и заряжаться этой энергией. И поэтому, когда мы только начинаем с вами какое-то свое ремесло, сначала хочется, чтобы получить поддержку, оценку положительную, желательно, которая придаст вам силу, уверенности в себе. И многие мастера даже не задумываются, возможно, о реализации. Я когда начинала вышивать, теперь я хочу рассказать именно свой путь, который я начала, как многие девушки, сидя в декрете, когда ребеночку исполнилось примерно год. Я начала просто для себя, чтобы занять какие-то промежутки времени и учиться новому, развиваться. Приносила удовольствие, мне было этого достаточно. То есть, когда мы с вами ищем какое-то хобби, оно должно приносить нам удовольствие, расслабление, насыщение. В течение полугода примерно я вышивала каждый день. Я вышивала, пока спит ребенок. Я перешла к первому заказу. Я создала свою страницу в Инстаграм. Тогда многие мастерицы создавали. И вначале это была страница-каталог моих работ. И начинала я в 2018 году, тогда в Инстаграме не нужно было продвигаться через рекламы, достаточно было просто выставлять качественные, красивые фотографии, работы. И у меня с нулевой страницы, я создала была нулевую страницу именно для своего ремесла, для хобби. И именно там у меня начали появляться подписчики. Сначала это было, помню, 70 подписчиков за месяц или за полтора. Потом они увеличивались. Так я дошла за примерно года полтора до 5000 человек. И вот это, видимо, мне придало уверенности. Но уточню, что я вышивала в удовольствие, именно, надо подчеркнуть, в удовольствие, с огромным желанием каждый день. И с нулевой страницы, буквально за месяц, тогда я помню, у меня насобиралось около 68 подписчиков, и именно тогда я сделала свою первую продажу. Даже не предчувствуя этого, мне написали в Инстаграме, как можно приобрести вашу брошь. Мне было очень тогда страшно называть какую-то цену. Я оставила минимальную цену за работу. И я думаю, так многие мастерицы на первых своих этапах делали, потому что еще нет уверенности в себе, еще нет какого-то одобрения, которое мы очень ждем, когда начинаем что-то новое. И тогда, я помню, продала свою первую работу за 40 рублей, белорусских, я из Беларуси. Вот, и для меня это было
очень стрессовая ситуация. Мне было, с одной стороны, очень приятно, что у меня заказали изделие. А заказали у меня его к 8 марта для учителя. Коллектив хотел сделать класс, вернее, хотел сделать подарок. И это еще более была огромная ответственность, то, что это подарок от коллектива. И не дай бог, моя брошь не понравится учителю. Это, конечно, очень был волнительный момент. Вот, заказали тогда тюльпанчик, такой был красный. Я все красиво упаковывала с трясущимися руками. Я шла навстречу, чтобы отнести эту брошь. В итоге все понравилось. Но когда я уже шла назад, я помню, держу в кармане этих 40 рублей. Вот, у меня такая была эйфория. Сразу уже думала, куда же мне их потратить, куда вложить. Я помню, что первые деньги я тогда что-то вкусненькое купила. Вот, но это был очень приятный момент. Первая продажа не намеренная, просто через Инстаграм. Вот, и после этого у меня стали спрашивать дальше и дальше. Вот после этой продажи уже было, конечно, проще. И ты знаешь, как тебе встретиться, дать это изделие. Вот эти. Но как я к этому шла, я просто делала каждый день, вышивала изделия, выкладывала, вот, была активной на своей странице. Сторис тогда я не вела, вроде бы, тогда еще не были так популярны. Надо гореть тем, что вы делаете, никого не слушать, и потихоньку-потихонечку вести контент более качественно, стабильно. Ставила хэштеги о продаже своих изделий, что броши на продажу и так далее. То есть я уже давала сигнал людям о том, что я готова это продать. Цены, конечно, я тогда не ставила, был какой-то страх. На то время еще было точно непонятно, можно ли ставить ремесленнику цену, указывать в Инстаграме. Вот, и сейчас я конкретно уже знаю, всегда ставлю цены сразу под своей работой. Стали поступать ко мне вопросы о цене. Тут снова стал вопрос, насколько я смогу оценить свое увлечение, хобби. Ведь это же в удовольствие, я не могу взять много за это. И, может быть, мне вообще там взять немножечко, потому что вот эта уверенность в том, что ты достоин высокой оплаты, потому что это оплата твоего любимого дела, скажем так, просто хобби, и ты готов даже просто дарить людям за бесплатно свои работы, лишь бы они их оценили, захотели купить. Вот первые этапы такие. Это была огромная ответственность, это был огромный страх, у меня была паника, я вообще не знала, зачем я в это ввязалась, согласилась что-то продавать, было очень страшно, но этот этап, я уверена, проходит каждая мастерица, мастер, когда начинает реализовывать свой товар, но потом это уже входит в привычку, ты получаешь от этого удовольствие, от общения с людьми, уверенность в том, чтобы реализовывать свой товар, что я могу на этом зарабатывать. Когда я получила первую продажу, у меня вторые продажи пошли как-то намного проще, быстрее. Я понимаю, что я могла бы и раньше начать продавать. Просто не было во мне вот этой уверенности в том, что мой товар – это товар для продажи. В голове у меня было, что это просто мое хобби, это украшение, которое могу носить я, изготовление которого приносит мне удовольствие. И вот когда в голове щелкнет то, что этот товар можно реализовывать, он может нравиться людям, он может приносить им радость, он может приносить им пользу, украшать их. Это может быть отличным подарком для людей, для их близких, и ты приносишь пользу. И вот тогда я начала уже свои продажи. И стала совершенно по-другому выстраивать работу в Инстаграме и уделять другое время, вкладывать другие ресурсы уже в развитие. Вот. Но об этом уже расскажу в других своих видео. Если было интересно послушать мой путь к моей первой продаже, ставьте ваши
лайки, мне будет очень приятно их получить. Пишите комментарии, спрашивайте, что вам еще интересно. На все вопросы постараюсь ответить. Подписывайтесь на мой канал, не теряйте. И всем огромное спасибо, хорошего дня. До свидания.